здесь своя жизнь, свой мир. Мир света, музыки, движений и великолепного ошеломляющего мастерства. Особое чувство охватывает человека, пришедшего в цирк. Он попадает сюда как на праздник. И едва ли не самое главное в этом празднике – смех.
Представление окончено. Цирк пустеет. Артист остается наедине с собой. Ну и что ты сидишь? Не знаю. Наверное, устал. Ты чем-то недоволен? Да. Как-то вяло шел спектакль, без темпа. Ну почему? По-моему, все прошло отлично. Да нет, сначала вроде было ничего, а потом какой-то был спад. Особенно, когда делали гирю. А что с гирей? С гирей? Никак не пойму. Непонятная история. Когда я падаю, публика очень мало смеется. А должно быть нарастание. Наверное, плохо делаете. Возможно. Придется какой-нибудь трюк придумать. Делать тебе нечего. Седьмой год делаете гирю, публика смеется, а вы все что-то ищете, ищете. Знаешь, ты меня надоел. Иди отдохни. Ладно, ладно, я пошутил. Не обижайся. Ну, будь здоров. Песню поет старый клоун. Он прощается с цирком, со своей смешною судьбой. Он поет о дорогах, о гастролях, о странах. Он поет о манеже, который уже далеко, о забытых, о холодных, сырых балаганах, о своем ремесле и о том, как смешить нелегко. Старый клоун уходит, успехи свои и потери, словно старый солдат, навсегда он уносит с собой. Осторожно, осторожно, не скрипните двери. Он прощается с цирком, как с любовью своей и судьбой. Он прощается с цирком, как с любовью своей и судьбой. Серьезно я решил стать клоуном, когда мне было 5 лет, писал о себе Юрий Никулин. Как-то раз отец повел меня в цирк. Он привел меня в этот волшебный дом без всякой подготовки. Просто мы шли гулять. Цирк потряс меня. Это было 40 лет назад, но я до сих пор помню этот день. Прошли годы. Мечта сбылась. Но прежде должны были пройти годы.
Отец всегда старший друг, учитель. А вот учитель отца. Маленькая фигурка, знакомая миллионам людей. Михаил Николаевич Румянцев. Карандаш. Клоун должен казаться глупее тех, кто над ним смеется, говорил он своему ученику. Казаться, но не быть. Одно из первых выступлений Юрия Никулина в номере «Карандаша». Роль дворника. Но надо найти свое лицо, свой образ. Бесшабашный деревенский парень. Не то. Традиционный рыжий? Нет. К тому же очки закрывают глаза. А это? Снова не имеет успеха. Однажды старый цирковой артист сказал ему: «Зачем тебе парик, грим? Ты и так смешной. Будь на манеже самим собой». Быть самим собой. Но не это ли самое трудное в искусстве и в жизни? Успех. Он пришел именно так. Через поиски большей естественности, простоты. Вместе с Юрием Никулиным прошел этот путь его друг и постоянный партнер Михаил Шуйдин. Искусство дает людям отдых, радость. Не в этом ли объяснение того, что, испытав многое в жизни, он соглашается, хочет каждый вечер быть смешным. И люди платят ему уважением и любовью. Зрители знают Юрия Никулина не только как артиста цирка. Он стал сниматься в кино. Его первой роли та же цирковая эксцентрика, клоунада. Я извиняюсь, товарищи. Для фестиваля, понимаете, придумал эффектную вещь. Люди увидят Ахну. Самодеятельный фейерверк типа салюта. Давай. Пожалуйста, не перебивайте. Я был в 23-й комнате, 24-й. Садись. Сейчас я его зажгу. И вы увидите. Сядьте. Товарищи, а где же конструктор? Я извиняюсь, товарищи. Не тот зажег. Сейчас повторим. 20 ролей в кино. Экран открыл в нем то, что уже смутно угадывалось раньше. Талант драматического актера. С особой силой он проявился в фильме режиссера Кулиджанова «Когда деревья были большими». Ну что, я тебя обидела чем-нибудь? Что ты? Что ты? Ну а в чем же дело? В чем, в чем? Не могу я больше быть мерзавцем! Не могу! Раньше мог, а сейчас уже не могу!
Чего не можешь? Ни за свою не могу переживать. Знаешь, Наташа, я ведь не отец твой. Ну-ну, говори. Кто же ты? Прохвост. Вот кто. Жулик. Услышал как-то, что живет, мол, Наташа одинокая. Дай, думаю, пристроюсь. Ну, не учел, паразит, что в таком положении совесть может пробудиться. Ну, и силен ты врать. Я всегда чувствовала, когда ты мне сочинял. Просто делала вид, что не замечаю. Я просто не понимаю, ну для чего тебе нужно меня обманывать? Ну зачем тебе это надо? Наташ, я ж тебе правду сказал. Ну неужели ты думаешь, что я тебе поверю, что ты не мой отец? Когда я как сейчас помню, с тех пор еще помню. С каких? С каких? Я ж тебе уже говорила. Тогда еще деревья были большими. Ты, да я ж тогда совсем не такой был. Значит, все-таки был? Был? Быть-то я, конечно, был. Ну и что ты достиг своим враньем? Сделал мне только больно, и все. И снова репетиции. Часы, дни будничного труда ради нескольких ослепительных минут перед публикой. Thank you.
чудаковатый, наивный человек, доверчивый, любопытный, чуть-чуть лукавый. В чем секрет его обаяния? Может быть, в такте? В тонком чувстве меры артиста? Приходит эта женщина. Она смотрит, но не смеется. Она волнуется. Мать артиста. Все же его подлинное призвание здесь. Он никогда не оставит арены, потому что этому отдана жизнь.